Переменчивая погода этой зимой не стала препятствием для проведения традиционного лыжного забега «Огуневская миля». В спортивном празднике приняли участие молодежь, семьи с детьми и люди старшего возраста. Более 50 любителей вышли на лыжную трассу протяженностью 1,6 километра. Стартовую отмашку дал директор ФОКа номер 2 Владислав Клюзов. На старт! Внимание! Марш! И взрослые, и дети с одинаковым удовольствием преодолевали дистанцию в зимнем лесу, стремились скорее пересечь финишную черту и показать свой лучший результат. Первым среди мужчин пришел Василий Жаворонков. Он неоднократно принимал участие в лыжных гонках и в этот раз не упустил возможности встать на лыжи вместе с земляками. Стараемся поддерживать. У меня дочка просто еще бежит. Из-за этого как бы ее поддержать. Это хороший вид спорта. Все группы мышц работают. Ну и свежий воздух. Огуневская миля давно вышла за рамки соревнований. Для многих жителей городского округа это хороший повод собраться всей семьей, провести время с удовольствием и пользой для здоровья. Надежда Першина вместе с мужем участвует в соревнованиях уже в 8-й раз. Мы с мужем всегда регулярно, а внуки не всегда. Но это не самый маленький, большой состав, бывало и побольше. Ну, просто сейчас у всех дела. Каждый выходной я катаюсь на лыжах. Вот воскресенье обязательно. Вот, так что зима для меня – это счастье. Вот. Лыжи – это любовь навсегда. Самое главное от этого мероприятия – оно зимнее в первую очередь. Погода удалась. Хорошо, что не идет снег, не холодно, благоприятные условия. Все приходят получить, самое главное, позитивные эмоции, пообщаться, пройти эту дистанцию, здоровый образ жизни свой поддержать, поднять свои лыжи из чердака и покататься в свое удовольствие. Все участники получили грамоты, а победители – медали. На финише всех желающих ждали угощения и горячий чай. Евгения Корытько, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.